Как получить качественную модель? Под качественной моделью мы понимаем такую модель, которая имеет значимые, только значимые предикторы, которая дает правильные прогнозы по каждой категории зависимой переменной в более чем половине случаев, которая устойчива, если проводить кросс-валидацию раз, то есть работа внутри выборки, на которой получена модель, внутри обучающей выборки, и которая устойчива, если вынести данную модель за пределы обучающей выборки. Итак, приступим. Запускаем дискрим-анализ с теми установками, о которых я уже говорил. Здесь ставим галочки везде. Classify ставим две галочки. Save пока ничего не ставим. Bootstrap пока не трогаем. Selection Variable выбираем Rand. Value ставим единичную. И самое важное, StepFiles. Выбираем соответствующий метод. Ставим соответствующие вероятности. Запускаем, причем лучше через paste. Получаем такой синтекс. Причем сначала вот идет wait, чтобы не забыть взвешивать файл, поскольку это база ESS. ESS требует взвешивания. Вот такой длинный синтекс для дискрима. И запускаем его. Получаем большую выдачу, вся она нам не нужна. Нам нужна только область stepwise, а именно variables in the analysis. Находим последний шаг. Вот последний шаг, 45-й. Он уже перенесен мной в Excel. Слева сверху на соответствующем листе он уже присутствует. Причем здесь, видите, имена переменных, а не лейблы. Для того, чтобы были имена переменных, а не лейблы, поскольку так удобнее работать, я временно из дата файла убираю лейблы по всем предикторам. Я их всех убираю. Я их просто переношу в Excel. Например, вот так. А там оставляю пустые ячейки.